Красавцы в эфире Love Radio. Проведи со мной этот тет-а-тет, пока идем. Это дорого стоит. У меня нет пропуска, я даже немного за это. Тогда, соответственно... Я тогда проведу тет-а-тет с тобой, раз у тебя есть пропуск. Мама дорогая! Ё-моё! Снимайте кто-нибудь, она лезет на меня! Красавцы. Но как здорово и приятно. Это утренний красавцы Love Radio, Курочкин Соколов. И это утро понедельника с нами решила провести на королеву российского инстаграма, назовем ее так, телеведущая, актриса, дизайнер, писательница, модель. И кто еще? И? Красивая девушка. И? Создающая тренды. И? Щедрая, привезла нам кофе. Капкейки вкусные такие. Капкейки вкусные со своим изображением. Да. Знаешь, как когда-нибудь мечтала голову Бузовой откусить? Ты писатель, ты актриса, у тебя столько же телеведущие. Певица! Вот, наконец-то! Ты себя позиционируешь больше, скажи больше, вот сама. Ну, я не готова выбирать, если честно, не готова чему-то одному себя посвящать, потому что все, что я сейчас делаю на сегодняшний момент, все мне приносит огромное удовольствие. И телевидение, и сцена, я, вы знаете, недавно состоялась премьера спектакля «Мужчина на расхват», ну и, конечно же, творчество, и, собственно говоря, то, это то, чем я сейчас живу, дышу, и сегодня не только первый понедельник, который мы встречаем вместе с вами сегодня, еще официальная премьера моего нового трека. Мало половин, да, который мы обязательно послушаем, все вместе. Вот. Так, Оль, сегодня... Поэтому мне трудно определиться и выбрать что-то одно. Я сейчас одна. Знаете, что я вам скажу? Когда приходит Бузова, нам явно одного часа мало. Оль, нам нужно объяснить, что мы будем делать с тобой. Когда приходит Бузова, можете просто пойти прогуляться. Я с своими радиослушателями на волнах моей радиостанции прекрасно проведу час. Поставлю все свои песни, 6, еще плюс 2 ремикса. Она нас подсиживает, Денис. На протяжении всего часа мы хотим с тобой поиграть, проверить твою реакцию. Возьми, пожалуйста, наушники. Проверить мою реакцию. Постоянно вы меня проверяете. Просто можете наслаждаться общением со мной. Вот я как не приду красавцу. Мы потом записи пересматриваем и наслаждаемся. Может дать ей наушники? Смотри, на протяжении всего этого часа в самых неожиданных моментах будет возникать вот такой сигнал. Услышав этот сигнал... Подожди, ты запомнил? Это арфа. Да, такой звук. Ты должна будешь кричать. Конечно, я всю жизнь слышу арфу. Знаю, как она звучит. Я хочу волшебства, ты должна кричать, когда услышишь этот сигнал. Если ты хоть раз пропустишь, то... У меня его никогда не будет. Ты уже зависит от твоего гастрольного тура и графика, Оль. Красавцы. Сестра мне пишет, что какая-то непонятная музыка играет. Почему твои песни не ставят? Сейчас будут, Аня, чуть позже. Нас слушает очень много, потому что я всем рассказала, что сегодня я у вас в эфире. Наконец-то вас кто-то послушает. А, спасибо тебе, Оль. Сколько мы должны? Кроме моей мамы, наконец-то кто-то присоединился. Так, смотрите, переходим к игре. Сейчас мы хотим с тобой сразиться. Александр Соколов, филолог. Ну, так он его называют в кругах своего района. Так. И ты, Ольга Бузова, тоже, да? Филолог, так, да, меня тоже называют, да, в некоторых кругах. В очень редких, два. Конечно. На лобном месте. В редких кругах меня называют филологом. По очереди, в общем, а ты будешь, Саша, произносить какое-то слово по слогам, с правильными буквами и ударениями. Опять по слогам, ребят, ну это вот что за проверки каждый раз? Ну сейчас же ЕГЭ у всех проходит, надо показать мастер-класс. Мне 31, школьная программа осталась в далеком прошлом. В 31 ты должна полностью писать эти слова правильно. Если допускаю ошибку и не говорю слово, и что-то там я опять должна... Засовываем тебе в рот чупа-чупс. Если ты не прав... Ну вот, они я тоже самое. Главное, если... не переживай. Да, чупа-чупс. Если а я сладко не ем. А тут не надо есть, Оль. Здесь... Тут надо сосать. Да, немножечко. Так, ребятушки, я думаю, мы готовы. Итак, начинаем. Первое слово. Бузова, не списывай. Смотри внимательно на меня. Я произношу слово тебе. Расчувствовавшийся. Это я должна говорить? Да, по слогам. Так, раз... Какой еще раз? Расчувствовавшаяся. Мне надо написать. Что так нельзя? Сейчас. Бузова, у нас 15 минут урок. Поехали. Подождите. Да нет, я должна написать. Я не могу так на слух. Чувствовавшийся. Неправильно, чупа-чупс, шаяся. В конце, чупа-чупс. Подожди, я про мужчина, мужчина расчувствуясь. Убери чупа-чупс. Чупик, Саш, пожалуйста, ты. Усовершенствованные. Усовершенствованные. Сколько «н» в конце? Два. Абсолютно верно, Александр. Нет, это нормально, я бы тоже сказала правильно, усовершенствованные. Оля, лучше... Я уже просто с чупа-чупсом. Чупа-чупс не высовываем, ты сейчас с ним должна произнести слово. А, я знаю, вы хотите просто правила использовать, да, что Бузовой лучше молчать, да? Нет, конечно, держи его во рту. Твое слово. Скомпрометировал. Фильм «Я сейчас»? Давай. Скомпрометировал.
Давай. Менфировал. А еще раз. Скомпрометировал. Отлично, это правильно. Отлично, здорово. Сашка, нет, не будет тебе. Давай, ущипащий. Да нет, тут еще рано. Регенерирующие. Регенерирующие. Неправильно. Регенерирующие. Чупа-чупс Александру. Оля, параллелограмм. Параллелограмм. Правильно. Ура. А звук пропустила. Она пропустила. Отлично. Подождите, нет, я не пропустила. Все, ты пропустила. Чупа-чупс, во-первых. Подождите. Ну вы не можете, я не могу одновременно говорить правильно слова и не пропускать этот звук. Оля, у тебя многозадачность, поверь мне, хорошо идет. Я и так уже все делаю. За весь шоу-бизнес одна. По последнему слову, дифференцированное. О, да. Все, можешь заканчивать. Дифференцированное. Чупа-чупс, Оль, твое последнее слово. Давай. А завершившихся? Завершившихся. Абсолютно верно, молодец. Красавцы. Итак, ребят, сейчас мы будем с вами петь. Все, кто говорит, что Бузова поет под фанеру. Ой, это все вранье, ложь и провокация. Сейчас мы докажем, что проба она вокала возьмем. Умеет петь, что она действительно поет. На нас не обращайте внимания. А что я делаю для полгода? Разбивки. Кто это делает, если не я? Мы будем, естественно, петь твой текст, твоих песен. Естественно, у меня их целых 6. Это здорово. У нас ни одной пока. В общем, но на другую, естественно, музыку. Кому что досталось, делитесь. Так, мне досталась песня наша с Кудри Насти, которая вышла недавно. Нам будет жарко. Под музыку, не знаю, что это. Fifth Harmony. Это вот эти вот девочки. Классная песня. Ну, значит, на раз, два, три сейчас Оля начнет петь. Поехали, давайте. Выступает Ольга Бузова. Впервые, живяка, эксклюзив. Делай громче, записывай на память. Поехали. Там будет жарко. Там будет жарко. Да-да-да, жарко. До утра нам будет жарко. Нам будет жарко. Да-да-да, жарко. До утра. Шикарно! Открыть окошко. Впустите воздух. Действительно, жарковато. Да. Александр. Ну, так, ваша очередь. Давайте, попробуйте убить меня вокалом своим. Сейчас. Серьезно? Сашка серьезно тебе покажет. Подстегните ей, чтобы она упала сейчас от восхищения. Давай, я Долину пою, свою любимую, и под звуки поцелуев. Кровь свою любимую. Из ушей всех обеспечена. Поехали, Лариса. Боже мой, какое издевательство над моим творчеством. Оля, сейчас он принесет ее нотки красоты. Слушай, дайте мне не пропустить момент. Погромче музыку. Ты сейчас будешь орать просто. Но все равно под звуки поцелуев мы уснем и проснемся. Вместе проснемся. Мы все равно. Мы все обо всем забудем. Утро начинается. Пишем, сотремся. И снова сотрем все. Мы все равно. Мы обо всем забудем. Кто-то лажает, ребят. И пишем, сотрем все. И снова сотрем все. Пра-ра-па-па. Я вам скажу, что я слушал здесь и понял, что Саша фальшивил ты, на самом деле, впервые. Да ладно. Так, у меня песня. Это моя коронка. Михей, сука, любовь называется песня. Прекрасно, да. А ведь я буду... Я с ним согласна, кстати. Люди не верили. Вы готовы? Сейчас я попробую. Давай, совместить несовместимое. А люди не верили, что крылья ангелы расправят и улетят в облака. Прикольно. Упавшие ангелы с новыми силами поднимутся в небеса. А люди не верили, что крылья ангелы расправят и улетят в облака. Упавшие ангелы с новыми силами поднимутся в небеса. Круто, слушай, вообще. Отлично, мне, да? Нравится огонь. Береги. Да. Бери. Дарим бесплатно. Спасибо. В стиле регги поработай. Здорово. Все сейчас поняли, что мы пели под фанеру, кроме Оли. Вот так, все. Поэтому аплодисменты. И предлагаю сейчас послушать уже твое творчество. Трек под названием «Привыкаю». Будет звучать в эфире Love Radio. Ольга Бузова и здесь, и там, и в Инстаграм. Везде. Куда деться? Слушаем. Я привыкаю. Оль, микрофон включен. Я привыкаю. Наслаждаемся. Я привыкаю.
Красавцы. Прямо сейчас мы будем эксклюзивно, друзья, примерить песню. Боже. Под названием «Мало половин» Ольга Бузова сделает сама. Поехали. Боже, я правда очень нервничаю. Вы мне предупреждали, что у меня всего 30 секунд, но этого так мало. Мало половин, этого так мало, чтобы сказать все, что я вложила в этот трек. Он для меня, правда, особенный. Каждая моя песня особенная. Но с этой песни я открываю новый мир. Новый мир без боли, без фальши, без предательства. Я открываю мир других мужчин. Я очень хочу, чтобы все девушки и женщины, и вообще, и мужчины тоже этим летом вдохновлялись под эту песню, потому что, мне кажется, она получилась очень яркой, крутой, сочной, настоящей, и? Мало половин, эксклюзивно, в премьера, премьера на Лав-радио. Да, поехали, слушаем. Можно врубать на всю громкость. Ночи. Еще громче. Конечно. Мне наплевать, чего теперь ты хочешь. Я открываю руки. Бесплатно для нас поет. Мама дорогая! Ё-моё! А, снимайте кто-нибудь, она лезет на меня! Где моя очередь? Я снимаю майку, чёрт возьми! Красавцы. Если б вы знали, что сейчас творилось в студии. Пожалуйста, скажите, как вам песня, как вам трек новый? Ну, мы тебе сказали с самого утра, что сегодня она с самого утра у нас сидит в голове. У нас заело это мало половин, мало-мало половин. Правда, так каждый раз нервничаю, потому что каждая песня для меня очень много значит. И, ну, мы видели, конечно, ты аж на стол запрыгнул. Так не надо говорить. Вообще сняли. И я хочу сказать, что вот менее чем за 30 минут новая композиция заняла первое место в iTunes. За тем самым получается, что я побила свой собственный рекорд второй раз и стала единственным артистом в истории, у которой первые 6 синглов последовательно возглавляли iTunes. Так, и это менее чем за один год. Это народная любовь или это покупка голосов? Какая покупка голосов? Ну, просто мы знаем, что есть такая функция. Но я к тому просто, я этим занимаются другие компании. То есть королева есть. И самое главное, вот знаете, что все... Я хочу волшебства! Вот, меня не сбить с толку! Знаете, все что угодно можно купить, все что угодно можно приобрести. Но что для меня бесценно и самое важное, это любовь. Любовь людей, зрительская любовь. Вот ее, к сожалению, может быть, и к счастью, невозможно ни купить ни за какие деньги. Ты можешь делать все, что угодно. Но если ты, зритель и слушатель, тебя чувствует, он тебя любит, все, это бесценно. Вы не представляете, вчера просто я понимаю, что за 20 минут поднимаюсь на первое место, я начинаю плакать, у меня дрожат руки, я останавливаю машину, я понимаю, что вот ради этого я сейчас живу. Это смысл моей жизни сейчас. Ой, красавцы! Значит, сегодня в 12 часов по московскому времени откроется ссылка на YouTube с клипом моим на песню «Мало половин». То есть я решила прям со всех сторон бомбануть. Да, вечером, собственно говоря, состоится презентация клипа уже. Вы знаете, давно никто ничего не делает. Все настолько уже обленились, просто... Все экономят, Оль, никак, кризис. Понимаешь, нет у людей столько денег. Тут, понимаешь, дело не только же в деньгах. Мы уже видели, на какой машине ты приехала. Маленькая, красненькая. Я понимаю, да, это очень большие затраты. Но невозможно, к сожалению, делать хорошее дело без вложений. Поэтому сейчас... Я хочу волшебства! Поэтому ты и вкладываешь. Поэтому я вкладываю, и мне хотелось именно сегодня сделать не просто вот такую вот рассылку по Инстаграму, сходить к вам в эфир, я сегодня буду на телеканале. Но мне хотелось еще устроить праздник для всех тех людей, кто меня поддерживает. Поэтому я впервые, наверное, за последние несколько лет делала огромную масштабную презентацию в ресторане «Балтиросси», где придут все мои звездные гости. К счастью, некоторые остались среди моих друзей. В чем приходить? В чем приходить? С цветами. Хорошо. Можно в трусишках, но с цветами. Сегодня намечается вечеринка. Жаркая она будет, жарко. Потому что я открываю мир других мужчин.
Начала открывать его с нами. Это хорошо. Ольга Бузова, спасибо тебе большое, что ты к нам заглядываешь. Боже, вот как цветы это мило. Мы сразу тебе их это подарили. Это первый букет за сегодняшний день. Так приятно. Ну, мы вот первые, мы всегда и во всем первые. Я хочу сказать, первопроходцы. Я хочу сказать вам огромное спасибо. Я вас точно люблю, ребят, правда. Вы молодцы, вы классные. Огромное спасибо Love Radio за то, что вы поддерживаете мое творчество. Правда, я это очень ценю. Мне очень приятно, что именно с вами мы не только дружим, но и плотно работаем. И я очень жду 3 ноября своего первого сольного концерта в Москве, который называется «Под звуки поцелуев». Я хочу волшебства! Господи, я сколько раз тоже сказала! Вот там и будет это волшебство! Оно должно уже со мной произойти! Бузова человек, который... Я даже уже песню записал! Очень много слов произносит! Я выключаю микрофон, говорю пока! Прощаемся с вами, здесь была Ольга Бузова, Курочкин, Соколов. Пока. Оставляем вам Ольгу Мажару, а Дэйфрейман в эфире. Пока! Красавцы в эфире Love Radio.